Оживил меня тайный кремлевский магнит. Я не лично. Меня попросили. Познакомимся. Брежнев Ильич. Леонид. Кандидат в президенты России. Там, в Кремле, дисциплина, живой, не живой, поднимайся, включайся в работу. Кириенко подумал своей головой, что Собчак мелковато сегодня. Ну а мне до чего? Я еще ого-го. Правда, есть со здоровьем заботы. Батарейки хватает на месяц всего. И в лицо накололи чего-то. Протокольную тему раскрою, друзья. Вам же тоже готовиться надо. В бюллетене, как раньше, один только я. А чё разводить клоунаду? Честный выбор не может быть из одного. Я не понял, вы что, удивились? Понимаю. Вы думали выбрать его. Извините, но планы сменились. По программе. Программа для многих нова. Много планов, хочу вам признаться. Ну, конечно же, водка по 3,62. И еще колбаса по 2,20. С туалетной бумагой. Пока подождем. Тут еще предстоит нам наладить. Мы, друзья, к торжеству коммунизма идем. А не, я извиняюсь, погадить. Иномарок не будет. Они атовизм. В них ты выглядишь глупо. И странно, если ты за меня и за соси. Социализм. И за нас все сосиски и страны. Все поездки на Запад прошу отложить. Все, законченные эксперименты. Будем с Северной этой Кореей дружить. Тут написано аплодисменты. А вот доллар. Поскольку там должен быть он? Мы сейчас Силуана вас спросим. Где-то меньше рубля, отвечает Антон. Ну, копеек по 68. Мы при этом законы должны уважать. Ведь валюта опасное дело. Мы за фунты. И доллары будем сажать. За биткоины вообще до расстрела. Про политику. Честно скажи мне, страна, нахрена тебе 100 демократий? Сколько партий нам нужно? Конечно, одна. И она уже создана, кстати.
Под ее руководством вы жили не зря все последние долгие годы. Несогласных придется свести в лагеря, чтобы лучше любили свободу. Всюду радостный труд. Люди плитку кладут. Мчит метро по проложенной ветке. А чтоб крепче был соси. Теализма редут. Предлагаю вернуть пятилетки. Через пять пятилеток мы так заживем. От размаха дыхания сперло. Обещаю раз в год появляться живьем. Чаще сложно, работы по горло. Наших планов реальность проверить хочу. Попрошу всех, собравшихся в зале, просто руки поднять тех, кому по плечу. То, что мы тут сейчас намечтали. Голосуй за меня. Я тебя убедил чистой правдою, без реверансов. Кстати, Путин, звездой у меня наградил за дела и победы авансом. Товарищи, социализм рождает новое отношение к труду. Одним из ярких его проявлений было и остается социалистическое соревнование. Сегодня я с чувством глубочайшего удовлетворения могу объявить, что в текущем социалистическом соревновании среди хоккейного клуба страны уверенно побеждает московский «Спартак».